что-то горит, да? Не видели там? Это педагогический, там пламя такое. Педагогический? Ну, да. Оно уже горит полчаса, он пожарный только едет. Я это живу там вообще, на том берегу увидел. Сейчас он идет сюда по делам. Сначала, наверное, пойду сниму, что это такое. Что такое пенопласт? Ну да. Это мне интересно, конечно. И тут у них уже смотри. Фига себе, блин. Больше пожарных. Но они никак не тут. Так они только приехали, да? Ну, а у него тут так. Ну да. Потому что я полчаса назад что-то видел. Ну, на том берегу видел, то есть, смотрю, дым идет. Ну, я шел тут по делам и заодно думаю. Я тоже пришел, думаю, сначала зайду сюда, гляну. Что на Москве горит, да? Так а что это? Походу он не спит. Педагогический. Как специально она порешила. Чуть меньше было образованных людей. Так это что?
старый университет получается. Ну там все равно что работает. Да, нет, работает, но на деревянном. Это вон нахуй. Это вон там старое что-то. Все его знает. Все стоят и вчера делают. А что мы можем делать? Не, я имею в виду пожар. Мы что можем? Пойти где-то можно ведро купить. Речка есть рядом, да. Нет, слушай, штреха, они все стоят, блин. А, ну в этом смысле, да. Ну все, блин. Ликвидировать метод там самого горами. Сейчас тетка шла, она говорит, ничего интересного. Пошла, да. Ну да, в центре Харькова горит, да, ничего. Ага, ничего интересного. Если будем пламенными. Каждый день. Ну да. А вот это, да, как бы бизнес чей-то попадет. Только вложили в него. Ну, да ну что там? Нет, ну тут все, да, Оля, тут все нахуй горит. Вот это помню, где постройка. Что ж там горит? Там просто не просто горит. Шоу, блядь. Для кого-то шоу. Ну, была камера взять. Там же столько машин. А кого вот, посмотри, не могли выйти, они отсюда выходили. А, да? Да. Я тут летал внутри. А мне даже здесь. Точно, вот здесь. Ну, да. Вот это за балкон. Да. Они в этом ходили. Нет, надо была камера. Стал залезть туда, тут я вот здесь. У меня башка крышится. Чего упаду, блядь? Бля,
Я сначала подумал, может опять это. Побой. Я вам Черкасской был в частном доме, понял? Сосед, блядь, бухой, короче, пришел, понял? Зима, короче. А дети взяли, короче, блядь, гром на вождение, понял, в дом. Нам нельзя. Еще у нас сейчас сидим. А? Сильно долго здесь пахнет. Сильнее еще у нас. Да ну у нас тут гоняют. Ой-ой-ой. Сейчас это все сюда пойдет. Когда он уже закончится, а? Да? А вон, смотри, леса. Рыба. Ну да, даже кабель с нее идет, он дым. Это что там? Вытяжка, чисто.
вытяжка-то или что, да? Блядь, надо полет этой хуйни. Фу, это. Да? Фу. То вытяжка, да, или что? Да, да. Да, вытяжка. А вот так. Кабель? Да, вытяжка. Они же один отрезок и как. Второй один. А, на этот дом? На крышу, вниз. Не удобно. Километр такая. А, ну и что? Посмотрим на забор, если будет там кого-то... Он машину толкает, зачем-то. Зачем? Угоняет машину, зачем? Почему? Я тут, а? А там он долго понял, пиздеванных людей. Одного достали, там еще трое должны быть. А, там? Ну да. Там у себя, получается, с той стороны вышли, а эти трое должны быть. Там еще вылезли. А-а-а. А ведь эти будут поднимать, международные баллоны. Ну конечно, там такая температура. Надо было камеру взять. У меня камера, понял, с телескопом, с приближением. Можно, вот, было бы вот... Лазер был бы смерть. Глаза, да. Ой, тащить охота, тяжело. Когда я снимал, просто был снимал? А где, где? Да? А кого снимал? Сказал. Ну, вот, который первый. Я ты не понял, что... Так, а где он там? А он полный. А? Ой, он полный. Не вижу. А вон, на крыше, самый первый. А, так он там... Он тоже только залез туда. Одного сняли, со второго. А. Да. Знаешь, как уже ходить по кругу? Ну! Пойдем, походу. А? Чёрт, походу, уже и там крыша горит. Чё, за снова-нового садишь? А? Грандовый садишь. Подождите, будет. А вон там кто-то слышит? Там уже кто-то есть. Я видел только, что кто-то башку. На новом здании. А может, у это как его?
ну не башку, а что-то тело. Или что-то, знаешь, там. Если... Да, вот здесь. Вот так вот. Ну, это может кто-то как его. Мала уже. Да нет. Нет? Стенка такая. А, потому что там он что-то... Вон, видишь? Видел там? Да-да, просто... Ну, это понятно. Видишь? А, ну да. Там это было, что-то не там нельзя ходить. А не устоял. Куда? А вот я, да. Надо пожать. Так они поехали туда. Вот я пришлю учение. Не пять, а учение. Люди хотели стрелять. А вот чувак идет, он плохо, нет? Просто буквально дошку. Идет и думает, что за фигня, блин. Чем мне это снится, блин. Когда так столько людей смотрит и несколько человек пашет, да? Вот они, вот они попадают.
О, сейчас самое страшное начнется. Чего? А? Вон, блин, смотри, крыша уже горит. Горит, он горит. Ого. А наша это какая? Цинкованная, да? Ну да. Ого. Она нагревает. А там видео какая-то сюда. О, у чувака камера вообще жуткая, блядь. На штативе. О, пусть надо камеры, блядь. Вену в пальчик, не знаю. Ну да. Ага, вышел, блядь. Там торт есть, блядь. Весело, блядь. Может, он поджег, чтобы не учиться, блядь. Там такого же выглядом глушанул бы. Наркоман какой-то, блядь. А, он опять танцует? Да. А другой его снимал, наверное, да? Два долбоеба. А, ну это типа да. А он лишь полетает ему подходит. Ну, блядь. Он же малолетка, ему пофиг. О, наркоман. Да? Наркоз. А может он это, ГМО переел, у него мозги уже тетю. Поколение идиотов. Не, жутковатое место. Я никого то такого, блядь, бабки выкинул на крышу, да, блядь, нахуй, это такой хуйня. Ремонт, блядь, там что него не было. Я сейчас, может, он застрахован. О, опять огонь там. А он и будет, пока там не пошел. Не хочу. Да что он там будет? Сейчас скажет, что вот там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что ей мешать? Она уже все. Это пресса какая-то. А, пить. Откуда? А что они тут? Может они знают. Слушай, может это спланировано? Откуда они здесь взялись? Это ж Киев, я не напомню. Говорю, у них есть это, типа представитель Харькова. Что это узнает? Так я их никогда не вижу тут. А не вижу. Ну, дым черный. Смотри, тут идет на границу. А что, что может гореть, а? А может стекло вода на улице. Книжки что ли? А нет, книжки поняли. А может про материал. Да, там пожарникам не сложно прикинь. Да ну, они привыкшие, наверное. Ох, ты сюда сидит! У него это вода как с краном, блядь. Напор надо было покупать, все равно, блядь. А что это за баклаж? Это вода или что? Видишь, около машины. А вот тут? А, а что это такое? О, мужик вот этот пьяный ходит, держит толпой. Море по колено его. Черный.
может это понял, отбиться с этим. Это, по-моему, блядь, скучно было, когда хуйня попала, все туда, прям так погорели. Он вот покрышит, не спал, нахуй. Я умываю. Ну да, надо. О, смотри, видишь, там уже дыма нет. Ну да, потом он будет сюда перекрыть. Там уже нет. Фу, воняет. На севере так не забудет. Машина выезжает. Капот выезжает. Да, сколько? 6 часов? Да, сколько, где, да, тёлка. Хуй туда занёс. Ну да, последнее время эти девушки кто-то... Ведь пусть не ебанутые. Нет, сбивают людей. Одна же ебанутая позадавлила вот это тут. Да. Обиделась. Слушай, Татарик, ты умный. А вот я вот умный. Давайте аккуратненько сюда. Отходим от проезжей части, пропускаем. Хамло. Понаставила машину. По тварь. А? Парень. Вот, ну я сюда, сюда там. Вот я туда поду. Куда? Одна сбила 19-летнего пацана, а вот недавно 10-летнего. Бабы все время сбивают. Вот тут вот, когда в том году 6 человек. Я видел по интернету, вот его вращение. И сейчас ее никак не посадят, эти штуки, потому что она там, на зонках.
Ну, судя по тому, как наше население относится к таким вещам, такое впечатление, что люди... А он с Киевского 8-метровского радио, блядь, нет, начальников Минков посадили. Нет, такое впечатление, что люди, знаешь, как это, как будто это так и должно быть. Ну, типа, да, типа. Пока их не копнется. Не, имел в виду, что сама судьбу уже устроили, эту штуку убили. Ну как-то, 6 человек убить и до сих пор ходить как царица. Сидеть только с кисломиной на этом, на суде. Ну, так и правда, что делать свое лицо типа мина. Такой что ли? Не, я не пью, не курю. Ну это ладно, я просто хотел свой номер. Не, там. Ну. А ты в России давно был? В России? Да я в феврале месяце, я 6 лет там попал. Ого. Строителем, да? А что уехал? Работы нет. Нет, там штрафы, блядь, охуенные платят. А-а-а. Налоги там. За патент 4,5 понял, рубля. Ох, опять платят. Я уже насчитала. Ох, нифига себе, гляньте, пламя какое. А тут так солнце еще дает. Там он пожар, видишь? А там никто не тушит, нет? Даже был на где? А вон где? Вон где пожарик? Внизу пожарик. Ох, я тебя сейчас не пошел. Смотри, видишь, куда она пошла? Внизу? А вот как горит. А там что никто не тушит, да, наверное. Такого металла, конечно, нагрел, да. Это же футболка, она же металла. А там мало, больше там теоретов. А не, бомжей там не мало. Там же охрана. Какие бомжи. Ну а что, а то уже металл нагрелся, а там на 300 градусов огня ж не будет. Нет, бомж не мог. Ну а как? В подвале были, а так оно, вот это финиш. Как сидит на входе в эти дела? А что это? Не
делали, конечно, было все это заказало. Кому-то бабло не заплатили, типа дураку заказать. Оно не фига. Любой бы предприниматель, если бы такой дал бы себе, правильно? Как бы, допустим, ты сделал бы, где бабки не заплатили, бы на нам пошли. Нахуя? Нахуя? Настроили. Знаешь, текила. А, да, друзья. Там пламя выше. Выше, выше. Это не было. Что ж там горит? Не пойму, не пойму. Да? Это не так выше, как-то. Потому что горит. Трёх основной. Что со мной горит? Перекрытие. Ну да, я говорю, там. А по логике, да. По логике вещи там не баба он тоже стоит. А, так это АТМ, новость. Молодая. Не, он мужик, а, блядь, затымал. Один плюс один уже тут. А тут я ничего не вижу. Слушай, ну знаешь, как это такое здание? Ну что? И куда выйти? А там, наверное, тоже нагадали. Там же вообще ничего не вижу. Блядь, еще мороженое, блядь. О, зайди, что там творится. Вот, смотри. Люди, отойдите, пожалуйста. Выехал.
Ого. Слушай, там уже это, крыша. Вот я стоял, понял, выходил. Ого, отсюда вообще. Отсюда, да. О, смотри, вот там мы. Да. Там еще одного пожарика купил. Еще одного пожарика купил. Это выкатка сделана, да? Каждое окно. Понимаю, 30 корпус подключить, сказали, где я? Там понял, что буквально он посылает, что он выступает, там выступает. Ну, это одно, правильно, что мы тут стоим? Может пойдем туда? А, что а? Я должен быть интересен. А что тут? Сейчас. Жертв где-то? Жертв где-то? Как это называется? Твоя команда.
А у них, наверное, присягу давали. А это придаст холодно горы. Присягу давали, не разглашать секреты. Вряд ли. А по-любому там с тобой расстройство. Ну, так. Один зашел, что говорит, а я даже не знаю, что там, никто не заходил, ничего не говорил, стоять. Что у него завод сегодня тогда, некогда. Если будет того, то нет. А вроде бы пожарный комплект. Ну, конечно. Такие попробуй поделать с таким набором, на какой. Там тысячи. Там четвером надо держать, это какие-то.
Я тут делаю уже. А их на мотоцикле. А их тут делает один. А их двое. Один там. Ну да, их. Ну это процедура будет проверена. Там это доска была, там было быстро выгорело, потухло. А там же у него ваты, понял? Блин, ваты такие, оно там не сидит. О, пацана какого-то поймали он. Вот. А Павел пошел там участковый чем. А вот этот? Нет, там туда пошел. Полиция пошла.
показывать? Конечно. Это же Акцентрум или Леофис? Это вот типа Академия. Это академия, да? Библиотека или академия? Так вот это все вместе. Она два есть. Да, это три секунды. Это академия, три секунды. Люди хоть не по продаже. Да, наверное, нет. А где прожить? Да некогда.
Потому что по месту жительства денег платить цена. Когда я понял, мы говорили долго ему, там, когда будет сразу подписать, там выступили, там подписать. Пустых уже. А там полный лежат. Цифрная была, там бы не стояли, не смотрели, это было для таких автомобилей. Здесь кое горит, бля. А? А, ну да. А левого, блядь, тоже надо обратно. А, крышу, да? А левого, блядь, по камням, блядь. По камням, блядь. Пошли, пошли. Ух ты! Тут уже, блядь, а вот там можно пройти, смотри. Нет, там вон, видишь, камеры, там специально, блядь, будут сейчас снимать нас, блядь.
Да? Видели, приехал, у них камеры стоят. Видели. О, наверху. Они по этой по небу, это... понял, записывай. Да? Типа, я тут уже он ДТП видит. Блять, я не повезло. Приехал, папа, посмотри. Ну, пешком же можно пройти, хуля. Там было. Ну, идем, чё. Пропустит, блядь. Телевизионная пресса, да? Thank you. Thank you very much. Главное, под англичан. Ну и хуй, блядь. Ну и хуй. Это начал гореть, я понял. Мы же ходили, крыша горела. А ты первого видишь, что там? Да, вот это, блядь, да. Ой, что, на бабки влетели. Вот так наш Харьков, блядь, откроет нахуй, блядь. Сегодня построили, завтра загорел. На пашке не буду снимать, блядь. А? Ой, бомбоёбы, мне поволотили нихуя. Без документации нихуя. Не, может, в архиве где-то и валяется. Сегодня крышу сделали, завтра её спалили, нахуй, правильно? Вот так у нас так, блядь, постоянно делают. Бабки одни получают, да, другие нихуя, блядь. Кто тому позвонил, все, снести надо. Они вот завтра по камням, блядь, разберут нашу, начнут дом какой-нибудь строить, блядь, или церковь, блядь. Завтра будут объявления вместе, требуется на разборку, блядь. Разработка. Заборка, это говорит. Вой ты. Что прожили, болели, мать. А хули, кому теперь нахуй нужно? Нормальные люди бабки отбили свои, правильно, да? А другие пусть делают, да. Ну, хорошо, вот я так не загорел. А хули там горят, там его, одни стены его. Ну, стекла. А подожди, друг, сейчас это построят, это тоже будет полокально, блядь. Антон, такую крышу полкрана, мы не подождем, да. А солнце загорит. Это здание он не загорело. Вот, да?
дым был. Ты спроси, где за салат? Слышь, друг, а тут мне литок салатил, блядь, толком, блядь. Ты знаешь, что тут? Раньше налаживал. Знаешь, что надо делать? Она, походу, кислот попадала, да? Он не спухал, не трогает. Думает, что он сделал костями, это сразу, знаешь? Он думает, что может быть это, как его. А ты лет за хвата. Нет. Если ты не что посадить могут. Ну, на. Мы снимем, то покажут. А то вчера не будет, вода кончилась. А видишь, они второй этаж поливают, да? Заливают. Это ж пиздец какой, да, там сколько там воды. Хоть мыши, блядь, обмоются. Потому что это не это уже, походу, 5-я мясная бригада прилетела. А? Это пожарки, знаешь, откуда, походу? С исполкома, блядь, в Баварии. Что на горы прилетела. Моего района пожарные были. Где? О, капитан. Погнали, бросим его. Сейчас, погоди. Ну, все нормально, ребята, блядь, наверное, лаху понадавали, ты понял. То есть лаху привезли, ты смотри, все посидели, вы дали, пока здание сгорит, блядь, и полностью разобрали. Пошли туда. А вон, подожди, блядь. Это нормально сработали, блядь. А тебе клопов попривозили, нахуй на крыше посидели, блядь, нахуй. Смотри, посидели, погрели. А, это под пожарник? Ну вот, от моего района пожарник. Это же а то МЧСники. Да. Так нет, это тоже МЧС, они фантазии. Ну, так они из нового района. А. Курсанты, понял, молодые. А это же они, по-моему, поломали. Вот правильно МЧС. Ну, что мало.
ну, опыт все-таки. А ты долбоёб был потанцевали, блядь, ебать. Смотри, как они тут едут. Куда? Пацаны молодые, молодцы, разобрали. А так бы и дома. Куда пойдем? Да, ну, Там свет горит. От фонаря у нас. Ну, а вот, где разбитые окна, видишь? Ну, там вот горит, видишь, план. Ну, наверное. Я тоже не такой.